Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для фортепиано номер 23, ля мажор. Ира, а по какому поводу вот все так серьезно? Потому что сейчас, Леша, на лед выйдут лидеры наших соревнований. Посмотрим, удастся ли ему держать пальму первенства под саундтрек из фильма «Сибирский цирюльник». Встречайте, заслуженная артистка России, певица Анита Цой и чемпион Европы и мира Алексей Тихонов. И мы поставили этот номер за 3,5 часа. Весь номер. Вот. Но этот номер – это мистика. Руки, 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 руки. Может быть, они раз опали, а я тебя подхватил здесь, да. Это музыка, которая льется, которая такая вся на полутонах. Ну, невероятно красивая и завораживающая. Что самое интересное, в этом номере нет ни одной высокой поддержки. А они потому что там не нужны. И ложись, да, ложись. Куда? Куда? Руки, руки, нет, куда ты, руки? Ну, я пока так. Никаких пока, надо сразу делать. Я прям вот влюбилась в этот номер. Мы даже вот на тренировках погружаемся настолько в атмосферу, что я начинаю Лешу осязать на уровне каких-то фибр. Леш, ты не находишь? Угу, нахожу. Да, опасная штука. Эти фибры и музыка Моцарта. Впервые в жизни я влюблен. Я влюбился в вас с первого взгляда. Я полюбил вас тогда, когда вас увидел там, в купе поезда. Я никогда не буду любить никого больше, чем вас, потому что я никогда не смогу полюбить никого, кроме вас. Через несколько месяцев я стану офицером. Я понимаю, в таком положении мне рано думать о женитьбе. Но если бы я смел надеяться, если бы была у меня хотя бы крошечная надежда на вашу руку и сердце в будущем, как я был бы счастлив. Простите меня и позвольте удалиться.
Вот Анита перед началом номера сказала, что она прочувствовала партнера фибрами. Они музыку прочувствовали фибры, они оба. Такое точное попадание, да? Такт музыки, жест. Несколько тактов музыки, элемент, плавный переход. Вот они этой музыкой жили и прожили этот номер на льду для нас. И это правда, это вершина мастерства. Я не говорю о фигурном катании, нет. Я говорю о слиянии человеческой души, человеческого тела и музыки. Здорово! Ну, молодчина вообще. Спасибо. Лёх, красавец. Сыграл. Это в конце. Да, да нет, нет. Ну, что-то не знаю, чуть-чуть. Вот. Не-не-не, с поддержки, что ли, тогда? Нет, я говорю, когда мы вот туда поехали в конце, я там хотела остановиться. Все сделали вообще. Анита Цой и Алексей Тихонов. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Марина Всеславовна. Я очень хотела бы быть оригинальной. И мне так надоело ставить 6-0, 6-0. И думаю, может поставить какую-нибудь 5-2, например. Но рука не поднимается никак. И я думаю, боже мой, какое счастье попасть в руки такого партнера, как Алексей Тихонов. Прекрасный номер. Не оригинально. 6-0. Спасибо. Ефим, если мне не изменяет память, ты же участвовал в проекте вместе с Анитой. Да, я Цирки. Участвовал в проекте «Цирк со звездами» и с Тёмой Михалковым, и с Анитой. Анита помладше, она уж на следующий год. Мы к тому времени дедами уже были, уже судили этих. Но Анита вообще, она каждый год не устает поражать. Понимаешь, она везде блистает. Если бы она там где-то с середнячком, там на троечку. Но она же демонстрирует просто замечательный класс высокий. И просто поистине ренессансная фигура. Ты знаешь, что такое ренессанс? Это когда все умеет человек, и умеет здорово. Молодец, Анечка, спасибо. Леонид. Вы знаете, замечательно, элегантно, совершенно, закончено. Я вообще, я так рад за Никиту Сергеевича Михалкова, который все-таки дозвонился Моцарту. Если бы не эта музыка, я шучу, но действительно замечательно. И когда вот так вот единодушно мы все ставим шестерки, действительно это о чем-то говорит. Вот когда какие-то сомнения, а здесь все безукоризненно. Поэтому удачи вам на проекте. Спасибо. Спасибо, Анита. Спасибо, Алексей. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Я просто хочу сказать, что мне не удавалось на этом проекте поставить им 6-0. Это первый раз, когда я это делаю. Это было совершенно замечательно. Анит, сложно давался выбор музыки и выбор сюжета? Вы, я смотрю, не отошли от оригинала фильма. Фильм настолько прекрасен, музыка настолько гениальна. И мы очень хотим поблагодарить наших тренеров, постановщика Аршуляка и Жулина, потому что они эту музыку выбирали сами для нас. И нам она очень понравилась, и мы с удовольствием катали. Но я также хочу поблагодарить Татьяну Анатольевну, потому что наш путь тернист, да. Не всегда получается то, что хотелось бы. Но, вы знаете... Ваши оценки подбадривают нас. Так что большое спасибо. Лёш, ты был на высоте, ты был очень талантлив в этой роли. Ты являешься поклонником фильма? И ты смотрел ли фильм перед тем, как катать этот номер? Проникся? Спасибо, Ирочка. Я обожаю этот фильм. И спасибо большое Никите Сергеевичу Михалкову за такую гениальную картину, на мой взгляд. Я хочу сказать, что, возвращаясь к нашему катанию, сегодня было для меня чудо, потому что мы, наконец-то, мы полностью были парой, мы полностью были вместе, и я от этого получал огромное удовольствие, ну, можно даже сказать, просто балдел, катаясь сегодня под эту замечательную музыку вместе с Анитой.